По моим оценкам, сегодня в последние полгода, год страна вышла из периода, нервного периода, который был в период выборов, и вот эти все процессы болотные и прочие активности, провокации в храме Христа Спасителя, их сегодня нет. И это лишний раз подтверждает то, что все это было инициировано, все это было организовано. Сегодня страна думает о будущем. Сегодня, как мне кажется, я много езжу по стране. Сегодня Россия и молодые люди в России думают о том, как стать успешными в жизни, как создать успешные компании, создать инновационные проекты. И мы на это направляем свою деятельность. При этом, конечно, мы поддерживаем гражданскую активность, гражданский активизм. Тысячи и десятки тысяч молодых людей по стране сегодня принимают в тех или иных мероприятиях, которые мы поддерживаем с участием. И на форуме Селигер в этом году, в рамках гражданского форума, мы как раз смещаем акцент с политики, и полностью этот форум будет посвящен гражданской активности, будет посвящен умению молодых людей самоорганизовываться, решать свои проблемы. В том числе и противостоять людям во власти, которые неэффективны. В том числе и формировать общее какое-то настроение в стране, в нашем обществе, объединять его, создавать, если хотите, ту самую национальную идеологию, идеологическую платформу, которая позволит нашей стране сделать очередной шаг вперед.